Привет, дружище! В эфире самый актуальный и прозрачный чарт казахстанской музыки во вселенной Гакку ТОП-10. Весна все ближе и ближе, это я понял по обострению ситуации в хит-параде. Представь, что мы с тобой врачи в этой импровизированной клинике. И поехали! За неделю до заслуженной пенсии висит над пропастью Камшат Жолдыбаева. Налицо расстройство психического характера. Пациентка 10-й палаты живет с воображаемым парнем. Напомню, на следующей неделе мы ее выписываем, поэтому насладитесь диагнозом, коллега. В 9-й палате у нас сразу 5 депрессивных девочек. Одиночество до добра не доводит, как и френд-зона. Что и демонстрирует ситуация с этой пятеркой. Пойдемте дальше. Тут у нас не депрессия, но легкая меланхолия, которая может перерасти во что-то более серьезное, если не следить за состоянием вот этих парней. Настоятельно прошу прислушиваться к их требованиям и стать счастливыми в кратчайшие сроки. Наша коллега доктор Дугалова продолжает бороться с полоумием. Видимо, врачебная методика не особо помогает, поэтому она в открытую просит не быть глупцом. О ком речь, не знаю. Есть предположение, что о Тауекеле. Что скажете? У следующего пациента ярко выраженная неконтролируемая агрессия. Он тут дома жжет, а все из-за любви неразделенной. На следующей неделе мы его проводим в другую клинику, поэтому успей за него проголосовать. Жаным сөндіре көрме оңай. Арадағы махаббатты бүлдіре берме. Жаным бүлдіре берме оңай. В 5-ю палату доставили 2 конюхов с обморожением конечностей. Предположительно, под буран попали. Надо иногда к смс-кам от 112 все-таки прислушиваться. Безопасней будет. Боран, 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 боран. Болсың да жаныңа барам. Өзіме керегін алам, мен сенін. Боран, 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 боран. Бораның арасында қалам, қайдадан ораласың маған. Хронический меланхолик Галымжан Молданазар продолжает весьма неплохо страдать о своей любви. Сегодня это привело его на 4-е место нашего клинического хит-парада. Схема рабочая, запоминайте. Резкое улучшение состояния наблюдается у пациентки Сиси Тай. Она первая в 2020 году взлетела на 3 строчки вверх, с чем мы ее и поздравляем. Высыпаться, как ты понимаешь, очень даже полезно.
второй палате уже 2 месяца находится Шохан Уалихан и его неутешительная кардиологическая история. Лечить его некому, хотя, как мне кажется, ему это не особо-то и нужно. Самое время совершить контрольный обход. В 10-й палате Жолдыбаева К. Аянат и одиночество на 9-м. Рензе бросаются счастьем на 8-м. Дугалова лечит глупость на 7-ке. Палата номер 6 занята Айдыном. А в 5-й отмороженные Рус и Нуржан. Молданазар на 4-м. Сиситай поднялась на 3-е, как температура. Шохан Уалихан до сих пор 2-й. Жертва сильнейшей ностальгии Зируза стала 1-й. Точнее, 1-й она стала еще летом прошлого года, и вылечить этот недуг не может до сих пор. По кому скучает, в принципе, понятно. Клип посмотри. На этом все, обход завершен, увидимся на консилиуме на следующей неделе. В эфире был самый актуальный и прозрачный чарт казахстанской музыки во вселенной Гаку Топ 10. Пока!